Приветищи, это Хаус Флиппер. Мы снова у нас дома, в нашем роскошном красивом доме, где мы сделали шикарнейший ремонт и в итоге переехали сюда. Но теперь настало время сделать отличный сад, построить здесь бассейн. И вот правда все портят вот эти вот клочи, вот эти кротовые норы. Это оказались все-таки не клочи, это кротовые норы. Да, действительно, у нас завелся крот. Пока мы с тобой где-то там на отпуске отдыхали, к нам пришел крот и заселился здесь. И теперь он копает вот такие кучи. Что же с ним делать? Я спрашивал у тебя, собственно, ты написал кучу комментариев, и один из них оказался верным. Нужно копать их. Ты, наверное, спросишь, с чего ты взял, что он верный? Я просто покопался в Википедии для Хаус Флиппера и узнал, что нужно, короче, копать эти норы до той поры, пока мы не встретим самого крота. И когда он, собственно, нас увидит, мы посмотрим глаза в глаза друг другу, он обсерится и убежит. Ну, по идее, как-то это работает вот так вот. Что ж, попробуем, давай. Копаем, значит, первую. Ищем крота. Где-то он должен быть. Выкапываем все по чуть-чуть. Сектор приз на барабане, вот он, крот, лопата его, давай. О, нифига себе, он здоровый, слушай, вот он, смотри, убежал. Давай, вали отсюда в другой сад. Нифиг у нас тут разводить свои кротовые норы. Ну все, крота мы поймали, получили достижение. Отлично. Вот так это все делается. Теперь норы мы можем спокойно закапывать, и они не появятся у нас никогда. Ну хотя, если, конечно же, соседи нам обратно крота не вернут. Все, кучки эти убираем. Слава богу, аллилуйя, мы избавились от этих... А нет, не совсем, вот. Теперь мы избавились от этих кучек. Наша пчелка-лопата справилась с этой работой, это лично. Первым делом нужно застелить это все газончиком, чтобы у нас было тут все зелено и красиво. Приступим же. Воу, я вошел в кирпич, кажется. Будем укладывать газон из кирпича. Вот так вот, пошло-поехало. Ну вот, пока что у нас будет все вот так вот. Не все я застелил газоном, потому что кое-какие места было бы нерационально застилать этими вещами, потому что, возможно, где-то встанет какая-то постройка, а может быть, я засыплю где-то что-то щебнем. Значит, бассейн. Давай иссякать его. Бассейн. Их, походу, несколько у нас тут есть, да, в магазине? Ух ты ж, нифига себе, бассейн противотоком. Ого. Бассейн большой, детский бассейн, детский сухой бассейн с мечами, даже такой есть, обалдеть. Давай посмотрим, это огромная штука или нет. По-моему, ее надо ставить дома, да? Где-нибудь внутри, в каком-нибудь помещении. Хотя ты посмотри, роскошно смотрится, но нет. Нет, на улице должно быть вот такой вот. Вот такой мне нравится. Так, вот сюда вот размещаем, лесенку поворачиваем. Хотя, может быть, слушай, может его где-нибудь вот здесь разместить, а? Как ты думаешь? Вот этому самое место, да? Да, я думаю, что вот так вот. Давай поставим его. Вот тут деревце. Да, по-моему, вот так вот нормально. Ну-ка, а залезу я туда. Уе! Обалденно. В своем собственном бассейне можно теперь отдыхать. Вот так мы с тобой покупались. И быстренько-быстренько идем в сауну греться. О, да. Ништяк. Парку подайте, пожалуйста, кто-нибудь. А, чешуена. Осталось только все-таки газон здесь доселить. Потому что приятнее будет по газончику бегать. Ну вот, получилось вроде роскошно, просто прекрасно. Единственное, что меня подбешивает, это вот эти вот огроменные кусты, которые я не могу никак выкорчевать или убрать, потому что мне игра это не позволяет. А я их так хочу вырубить или убрать, не знаю. Потому что я не могу подлезть сюда, поселить газон, и получается вот такая вот фигня. Но у меня есть выход. Фух, выговорился. Короче, смотри, мы сейчас возьмем с тобой вот такой вот гравий, а может быть не такой. Есть возможность рассыпать опилочки или песочек. Давай все-таки лучше возьмем гравий цветной вот такой вот. Сделаем его помельче, еще мельче, вот такой вот. Красный ужасный. И начинаем все это здесь засыпать вокруг. Вот так вот. Надо делать ровный круг. Вот так вот. И уже получше. Вроде бы получше, ну да, получше. Вот там вот кусочек остался сейчас моего. Ага. Вот. По крайней мере, это не голая земля. Смотрится уже получше. Здесь тоже исправим сейчас это все дело. Да, возможно, где-то немного кривовато. Ну, что поделать, это гравий, рассыпать его ровно довольно сложно. Ну все, здесь закончили гравий, рассыпали, бассейн поставили. Теперь нам нужно сделать дорожечку в гараж. Вот в этот вот гаражик. Здесь мы сейчас постелим плиточку для машины. Потому что если машина будет ездить по газону, то получится вот такая вот грязюка-мисюка. Нам это не нужно. Поэтому покупаем с тобой покрытие. Вот такой вот. Брусчатка Коттл. Или можно вот такую вот брусчатку взять. О, вот такую вот можно.
бетонный куб двойное Т, без обводки. Короче, решил остановиться вот на таком брусчатка Хекс. Мне она довольно нравится, давай посмотрим по расцветке, что мы можем сделать. О, прикольная расцветка, но нет, это не подойдет. Лучше оставить оригинал, а край мы сделаем вот такой. Все, покупаем. Ну вот, ты посмотри, какая дорожка у нас получилась замечательная. Просто шикарно. Теперь никакой грязюки-мазюки здесь у нас не будет, потому что машина будет ездить по плитке. А что насчет ночи? Может быть, нам здесь фонари поставить? Вот здесь вот, смотри, я ставил вот пару таких вот интересных квадратов пустых. Прямо сюда просятся фонарики. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас по фонарям. Сад лампы. Ух ты, какие есть, ты глянь. Ну-ка, давай попробуем вот такие вот повесить на наш домик. Вот сюда одну. И сюда. По-моему, кошерно. Ну, а по краям пускай здесь вот такие вот гномы стоят. Прикольно же. Там у нас синий, а здесь у нас будет зелененький. Вот так вот. Будут встречать меня, когда я буду на тачке въезжать. Местные локеи. Слушай, вот я смотрю на бассейн и думаю, ну по траве бегать как бы... Это, конечно, круто. Но может быть, полотна деревянные постели какие-нибудь от нашей сауны. Давай посмотрим, что у нас есть. Спортивные покрытия у нас есть. Вот таким вот квадратиком, ну-ка. Тоже зелененьким выложим, да? Чтоб он сочетался с газоном. И получается... Вот отсюда мы вот так вот выкладываем это все красивенько. Ну, как-то так. Получилось довольно неплохо. Вот такой вот странненький рисунок, потому что все это выкладывалось квадратными плиточками. Поэтому так получилось. Но зато знаешь, как это кайфово ходить босыми ногами по этому спортивному покрытию. Обычно по нему бегают спортсмены, но мы будем по нему ходить. Или даже бегать от сауны до бассейна. Вот так хопа, хлобыщи сразу в водичку. И кайфуешь. Ну, один бассейн это, конечно, маловато. Я хочу сюда, может быть, еще какой-нибудь, знаешь, фонтанчик. Или, может быть, искусственный водопадик. Место есть, благо. Поэтому давай посмотрим, что у нас есть еще. Сад, декор, водохранилище. У нас тут есть вот такие вот фонтаны крутые. О, вот этот фонтан очень классный. Ну и вот, кстати, водоемчики. А вот, кстати, водная система. Это типа фонтаны. Так, значит, давай фонтан, водопад вот такой вот. Во, да, классный, вообще обалденный. Вот такой вот у нас будет. Поставим мы... О, чё он такой маленький, а? Чуть-чуть здесь. Это разве... давай я тогда вот так вот его поставим. У угла дома. Вот. Вот. Вот так уже получше. Так, что у нас там есть еще? И вот такой вот водоемчик мы сейчас с тобой сделаем. Он у нас будет вот здесь. Выкапываем для него ямочку небольшую. И теперь устанавливаем. Опа. Все это подкапываем ручечками. Угу. И заливаем водичкой. Ну, в принципе, можно и в этом водоемчике ножички помочить, если тебе не хочется в бассейн лезть. Поскольку, скорее всего, этот водоем будет у нас пользоваться популярностью птицами, мы сделаем поилку для птицы. Поставим ее рядышком. Может быть, тут будут уточки прилетать, плавать. Ну хотя для уток это маловато места. Но поилочку мы все равно здесь вот так вот рядышком поставим. Может тут воробушки или голубушки будут плавать у нас. Кстати, я могу воду убрать, смотри. Хопа, и слил воду, если мне не понравилось что-то. Сейчас хопа, и наберем воду. Вот так. Ну, поскольку мы сделали поилку для птичек, конечно же, нужно сделать им элитную кормушку. Например, вот такой вот цвет мы покрасим, конечно, вот такой. И поставим здесь вот кормушку. Чтоб у нас тут птички... И покупаться, и пожить, знаешь, такой птичий коттедж у нас тут будет. Что еще? Вот такой вот, это эконом-класс коттедж у нас будет. Он станет у нас вот здесь вот. Блин, райское место для птиц. Что у нас там есть еще для птиц? Будка для собак. Что ж, есть еще что? Домик для летучей мыши. О, не, это, конечно, жестко. О, кролик. Клетка для кролика. Поставим тоже. Такое ощущение, что я сейчас сделаю из своего сада ферму. Кролик у нас будет жить вот так вот, с видом на вот этот водоем прекрасненький. У кролика просто элитное жилище, смотри, у него тут водоем, поилка для птичек. Тут еще и птички будут жить, петь ему, напевать поутру. Конечно же, у нас будет песель. Для песеля мы выберем какой-нибудь... О, курятник есть, нифига себе. Ну слушай, если у нас есть и кролик, то и курятник пускай будет рядом с кроликом, вот так вот он будет кудахтать там ему. Так, будка. Конечно же, чтобы не пробрался какой-нибудь лис, нам нужна собака, которая будет охранять наших кур и нашего кролика. Будка для собаки. Нам нужен огромный пёсель. Так,
огромная будка. Вот такая вот будка. Мы ее поставим вот так вот. Чтобы пёсель мог выйти вот так вот, тут тоже покупаться вместе с птицами. Ну и заодно охранять наших кур. Конечно же, надо мисочку ему. Миску вот такой вот мы ему сделаем. Вот так вот. Все. Чтобы приманить к нам птиц, мы поставим здесь аиста, который тут у нас уже пьет водичку. Конечно же, фламинго тоже у нас тут тусуется. Поилочку вот так заглядывает. Ага. Фонарик туда надо воткнуть. Фонарик мы поставим, чтобы подсвечивало им ночью тут все. Несколько фонариков вот так вот. Хопа. Чтобы поилочку тоже подсвечивал. Угу. Ну и, конечно же, простую водную стенку мы поставим. Простую водную стенку? Ух ты, какая она классная. Водная стенка у нас будет вот здесь стоять. Мимо проходящие просто на нее смотрели, завидовали, что у них такой нету. Переключить выключатель. А, это подсветка, смотри, включается. Нифига себе. Блин, не. Это надо наоборот развернуть, чтобы мы могли видеть эту подсветку. Вот так вот ее включили и все. Хотя ее даже издалека не видно, слушай, это подсветку. Она тут светит, а там не видно. А тут не видно. Ладно, фиг с ним, короче. Здесь мы закончили. Нам нужно теперь сделать здесь с тобой террасу для кухни. Переходим в раздел архитектура, конструкции. Что мы здесь имеем с тобой? Вот такие вот тенты есть. Есть вот такая беседка, но она очень маленькая. Ну-ка, вот этот вот тент вот вроде неплохой такой, слушай. Мы его покрасим в белый. Металл у нас будет черный. Материал у нас будет... Нет, белый. Ну-ка. Опа! Теперь нам нужно здесь постелить какое-то покрытие, по которому мы будем ходить. Конечно же, это будет спортивное покрытие, потому что у нас больше нифига нет. Почему нет деревянного покрытия, я не понимаю. Можно было сделать его. Но, как мы видим, из-за тенда мы не можем постелить в некоторых местах. Тогда мы делаем следующее. Стелим как можем. Тент потом передвинем. И поставим на это покрытие. Надеюсь, получится. Ну вот, посмотри, другое дело теперь совершенно. Все влазит. Можно это все, конечно, заборчиком еще обвести, но зачем? Не вижу в этом смысла. Хотя давай посмотрим, какие заборчики у нас там в принципе есть. Может, там есть какие-нибудь крутые. Вот. О! Ну это детская больше. А вот такой вот узкий забор мне в принципе нравится. Или вот такой вот тоже классный, беседочка. Смотри, блин, да тут столько заборов классных. Мне больше вот этот понравился. Узкий забор, сетка. Ну-ка давай попробуем его вот здесь вот сделать. Он еще и с фонарями. Ночью будет подсвечивать все. Воу, смотри, как прикольно получилось. Очень классная беседка. И вот эти лампочки, между прочим, они еще загорают. Посмотри, мы можем их все включить. Единственное, я бы, конечно, придумал какой-нибудь пульт, который сразу же все бы их включал. Потому что по одному это очень долго и лениво. Это не мое. Но все равно мы включим. Вот так вот это все светится. Очень классно, красиво. Ночью просто будет чума. Значит, теперь нам нужно сюда поставить огроменный стол, гриль. Ну и что там еще обычно ставят в беседках? Во, стол Гражина. По-моему, ничего что смотрится. Тоже белый. Возьмем. Вот сюда его установим. Конечно же, табуретки нам нужны тоже. Беленькие. Вот такие вот. Можно поставить сюда и лежак. Он сюда вмещается. Как раз на солнышке. Вот. Вот тебе лежак. Здесь у нас будет гриль. А тут будет вот такая вот лавочка стоять. А прям сюда идеально вмещается. Или не вмещается. Подожди, нужно... Ну, она же встает. Она встает, но не хочет. Ладно, поменьше лавочку найдем. Во! Вот так вот. Там можно будет посидеть. Ну вот, в принципе, и беседка наша готова. Отличная беседка. Шикарнейшая, я бы сказал. Теперь нам нужно сделать детский уголок. Детский уголок у нас будет вот здесь. То есть вот с этой двери ты выбегаешь вот на детский уголок. И тут у нас детский уголок продолжается на улице. Конечно же, для детей мы тоже постелим мягкое спортивное покрытие. Где оно у нас? Вот оно у нас спортивное покрытие. Оно у нас будет красненьким. Или нет, вот таким вот лучше. Голубеньким. Площадочка для детей у нас готова. Размещаем сюда игрушечки, покатушечки. Что у нас там есть, собственно? Вот такую вот игровую площадочку, конечно же, мы поставим. Поставим мы ее. Блин, вот эта вот береза, ее придется срубить, она мешает, чтобы поставить здесь детскую площадочку. Сейчас мы ее срубим.
Не хотелось, конечно же, но что поделать. Убираем. Вот, теперь мы можем спокойно разместить детскую площадочку. Шикарную, красивую. Вот так вот размещаем. Все это собираем дело. Отлично! Просто прекрасно. Конечно же, какая детская площадка без домиков вот таких вот, да? Классных, офигенных. Так, надо только расцветку выбрать. Фасад у нас зеленый будет. Двери у нас будут... ну давай, давай. Нет, желтыми. Нет, не-не, сливается. Двери и забор у нас будут красными. Крыша у нас будет... темно-синий нас устраивает. Покупаем. Ну вот, домик готов. Отлично. Конечно же, качели нам еще сюда нужны. Вот такие вот качельки. Сейчас мы их поставим здесь. Ну, а посередине мы поставим вот такие вот карусели. О! Просто отлично. Хотя карусели, по-моему, здесь лишние, да? Лучше давай их уберем. Вот. Освободим пространство. Лучше песочницу посередине сделаем. Вот такой. Нет, песочница тоже здесь посередине не нужна. Песочницу мы поставим вот здесь. Песочницу вот здесь. О! Вот так. Здесь, по-моему, огонь. Самое то. А качели? Качели мы с тобой разместим вот такие вот с покрышкой. Знаешь где? Между березами. Опа! Ну все, можно кататься. Главное теперь в забор не улететь. Хотя расстояние достаточно, не улетит. Никто не улетит. Ну что, вот такой вот у нас замечательный, прекрасный получился сад. В общем, смотри. Сюда на машине мы заезжаем с тобой. Вот так вот тут у нас встречает два гнома лакея. Потом мы идем вот сюда. Здесь у нас птички поют, кролики там фыркают, курицы кукарекают. Там у нас водопад. Стенка из воды, точнее, не водопад, а стенка из воды. Здесь у нас песель лает, мы его гладим. Потом можем вот так, хопа, с прыжка в бассейн, сразу в грязной одежде, потными вот так вот искупались. Потом пошли в сауну, с тобой забежали, вот так вот попарились. Ух, попотели немножечко. Выходим. Идем в беседку. Здесь уже покушать можно. Здесь покушали, нагрели что-нибудь, приготовили. Свет включили, выключили, если бесит. Можно полежать также на лежаке. Ну и потом идти играть со своими детьми в песочнице. Так, дверь надо закрыть. В песочнице, в домике, на качельках или вообще вот на этой качели с резиновой покрышкой. Ух. Ну, по-моему, все. Вот эта часть, мы отведем ее под растение. Сейчас мы сюда засадим растения, конечно же. Растения. Растения у нас тут будут. Ух, сколько растений. Я даже не знаю, что сюда садить, если честно. Давай деревья. Вот, яблоня у нас есть. Будут яблоки расти. Яблоню. Хопа. Конечно же, сливу. Чтобы когда летом все это расцветало, можно было хомячить. Не магазинное, свое будет. Груш, конечно же, у нас будет. Груша. Ну, в принципе, все. Я думаю, что три дерева вот таких вот нам хватит. Все это дело раскапываем. И садим. Ну вот, собственно, и все. Теперь осталось это только полить, чтобы все прижилось. И отлично. Груши, сливы, яблоки. О, радости не будет предела. Сад готов, дом готов. Заезжай, живи не хочу. Ну, конечно, мы уже заехали в прошлой серии, но я бы еще раз заехал, если была возможность. В общем, вот такой вот зад замечательный у нас получился. На этом Хаос Флиппер и Гарден Флиппер у нас подошел к концу. Сад мы сделали, дом мы построили, теперь мы можем здесь жить и наслаждаться природой и красотой, сливами и грушами и яблоками, и играть и купаться, и в общем все, что можно делать, мы делаем у себя в саду и в нашей квартире. Вот. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос, подписочка, если ты еще, конечно же, не подписан. Ну а на этом все. Это была финальная серия Хаос Флиппер. Ждем новых обновлений, если они, конечно же, выйдут. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.